Привет, друзья! В сети постоянно поднимается вопрос о возможности применения российской армии на Украине ядерного оружия. Сторонников и противников данного действия достаточно много. Однозначного ответа по этому вопросу до сих пор нет. Генерал российской армии Константин Пуликовский в интервью телеканалу «Краснодар» дал ответ, каковы, по его мнению, шансы применения ядерного оружия на Украине. Видео сокращено. Я считаю, что это нереально. Вот, разговаривать на эту тему можно. Тема очень такая интересная и опасная, потому что наши разговоры слушают, смотрят наши противники. И если мы заводим такие разговоры, они должны чего-то опасаться и предполагать, что мы их применим. Вот. Но ведь надо всегда думать, что и они применят. У них тоже есть такие боеприпасы. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.